Питер. Фига я, оказывается, у меня GPS-ка Продай есть. читы. Какие читы? Ну ты читы продаешь, я знаю. Один чит, один фулман. Сейчас использовал, прикинь, троих убил. Ха? Все сдохли, как все сдохли вообще? Ты по заправке прям шмальнул? Я... нет, я? Не-не-не, у него там от рикошетера. От заправки. Чё ты, Иванчик, кто? Я заправку расстреливал. Не, ну реально странно, выходной ничего. А, это тоже Ланч-тип подключается. Я с хэмера, короче, расстреливал тут. Я сейчас сам заправлю. А вы думали, Питер, короче, рикошетом взорвал. Нет, самое странное, вот кто там остался, Брок Энерджи, они на меня смотрят и при этом не стреляют по мне. Нормальный еще кого-то. Я еще потом понял. Иншалла. Делал, снять с него шкуру. Оружие разбирайте, ура. Че за оружие там? Там еще оружие, взрывчатка и еще такое. Дайте мне снайперку. Поздно. Забыл какие слоты, тут охота, блять. Хорошо. Бинокль. Бинокль не буду брать, возьму. Пошли, вот залезем, спит. Да, залезем. Надо мне никуда залазить, погоди, я медицину возьму. А, окей, получше будет? Окей, сейчас. 7.62. Ничего. Взрывчатка не будет брать. Зачем она нам? Круги на ходе, там мусор придет. Я в воде, короче. 4. Кла. Почему? Окей, 1.7. Я вправо-влево хожу, влево-вправо. И бинокль кому то бинокль один скидываю потолку еще. Давайте на тракторе куда-нибудь. Так, где ты вправо-влево ходишь? Это ты, что вот ли? Вот он, я вот он. КЗ, что делать надо? Вообще не в курсах. Каков наш план? В круге находиться. Задача это же в круге находиться, не выходить из круга. А рассредоточиться по территории и сидеть. Просто броняться и пытаться не умереть. Да. Ну вот смотри, они нас не найдут в вагоне, это... Вон, вон. А, я тогда сюда даже не добег... Вон, слева, видишь? ЖД вагон? Вагон стоит этот, цистерна и так. Где? На другой стороне. Юго-восток. Сейчас пристрелочный. Не палимся, не палимся, сейчас. Кто стрельнул? Да это Киркач пристреляться не может. На себя же классно, да? Здрасте. Здрасте. ПЗ, ты же сапёр, да? Или у тебя ничего? Нет, я просто поставлю её на 2 минуты. Хорошо. А я по ней постреляю. В вагоне кто-то есть уже? Короче, вот видишь их, да? Кричишь мне, что они... Я завожу её на минуту и бегу за ними. Шлёп, шлёп.
таки на себя хотя бы облик. Вот место, точнее некуда. Я в каком-то доме сижу, посреди дома. Шинка, блядь. Сори. Уже нет. Оранжевый цвет. Их видит кто-то? Да они еще даже до них еще машина только доехала, думаю. Значит, я успею кое-что сделать. Кое-что? Это что? Щиты задавшись по-быстрому. Все тебе скажи. Ты что ли щиты скинул, да? ПЗ-ж Барога. Где аудитори сидят? Глаза посмотрел. У них глушаки есть? Или наподобие что-то так. Два выстрела в вагон был только. Даже три. Три. Давайте сдвиг на 13, если что. А, кто-то с... Кто это был вообще? Питер, ну что бы впереди, я тебя в кустах здесь слышу. Да я тоже. Слышу аудиторию. Стойте, что за приколы ты только что? Кто стреляет, это лобби или ПЗ, или кто из... Я вообще не причем. Да на сошки, наверное, ставят, и получается такая... Вижу, кто-то перебегает в центре. Так как он выглядит? Они как гражданские выглядят, да? Да. Куешь, сейчас я. Один из них мен. Да это понятно. У Сена кто сидит? Наш? Я, да. Один из них похож на нашего. Видишь дом посреди? Видишь?
Мне один на двое, по-моему. Какой дом посреди? Там был на болото. На болото? Тут полно домов посреди. Тут одно болото. Полно домов. На тебя, от тебя на 170. Аудитория не знает, что с твоим лицом. Как будто на лоб вылезли. Сделай что-нибудь. Можно полечить из ПМ. Я тебя не слышу. Удачи, парни, короче. Надо бункер сделать, короче, из этой лавагу. А еще все живы? Фиг знает, если в нас... 4 метки на карте, все остальные не знаю. Остальные признаны мертвыми, все. 4 человека живут. Меня дома засосал. Ну, я с тобой. Ладно, 5 человек живых. Меня дома засосал. Вот соси у него, не знаю. Я вылез. Не знаю, как там позовем. Что за кат-то была еще у вас? Кого на 20? Он в лесок забежал. От кого на 20? Меточку дай. От центра сейчас. Направление скажи, откуда, где он бегает. Как?
меня накрыло домом. А тебя? Да я лежал. Короче, на поле не учил, что у меня спрессовки не хватает. Да, спидрун. Сурдители повезло. Наверное. Денег с рубтикой. Бификса застал опять дом. Я бы сказал под дом. Зачем он ставит? Засосало. Он же сейчас пули ловит. Походу, когда он ложится, он встает. Не. Кир, мишень. О, ворон идет. Сейчас убьет. Все, помался. Лол, подожди, он жив. А, нет, все. Ненавижу эти дома. Обдом сломался, да? Да. Всегда засасывают. Бывает. Бывает, ёлки ломают. Бывает, куты ломают. Ну это я знаю, вот домами не засасывают. Может, он криво стоял. Так, это кто там? Райс бежит. К ЖД вагону. Че хороший вот. Все, оптику легко махом. Никто не догадывается. Проверяют ЖД вагон. На время же, да? Да. Кстати, ворон сейчас может поймать пулю из вагона.
кочегар? Не живой. Ну нет, я стрелял. Нет, это Зоник стреляет. Ага. Психует. Очень. Сейчас аудиторию мог убить. Мог убить Прайса. Да, так и знал, что они меня рашат сейчас. Все. На тебя посмотри на карту, где двое бедных лежат. Никому не нужен этот вагон. Там инфа прошла, короче, что они меня рашат. Я уже с пацанами попрощался. Тот же Лески, он двое, и меня двое. Да, наши вот эти все РПГшки отстреливаются. Давай, Ворон, все выстреливаем. Ах ты хитрый. Паша, тебя как убили? Да, по глупости. Что-то каждый раз так по глупости. Да. Позиция хреново выбрал. Я тоже. Мне Ворон в упор расстрелял. К отступлению не было. Да. А мне без вариантов, у меня белая рубашка, она видна вообще. Да, у меня тоже. Поэтому там без вариантов все. Ты че, пока не сидят? Да. Враг слушал. Получается. Да, они с меня рацию взяли. А может еще с кого-то. Давай позай, холодно говорим. Да. Наверное, бомбят его. Чё? Кит тебя убил. Да кит! Аутист! Ну почти. Хорош. Он же меня видел, он со мной бегал пол карты этой. Миски. Ой. Астоник. Как ты? Нет. Вы что-то меня все с толпой рашили? Да ну нафиг. Нет, подожди, стой. Ждём. Сейчас перестреляю друг друга. Ой, опять кемпераста, короче. Да просто напиши холодно. Правый лист. Да. Пусть включает мозг. Чики-брики когда-то в лес смотрят. Я не буду точно писать, пока Ворон не выстрелит в РПГшку. Иначе это будет жопа. У них еще гранаты так-то есть. Ну, гранаты еще подойти надо. Из мертвого Зоника и группой стрелочку сделали. Да, ну, да, блин. А
Паша, напиши, что я знаю, как просит Китая расстрелять. Командир уже умер, все. Кибрики догадается. Ну, может быть. Бежит, бежит. По-моему, допёрло. Как подозрительно, да? Да. О, ворон, походу, что-то знает. Да. Что он делает? Он устал. У него усталость дикая. В таком-то возрасте. Так, включаем спектатор. Летит. И мимо. Все. Внезапно на этот начали. Вы знаете, что взяли золотники, пытались, объясни. Да, поздоник. Да блин, ну реально, мы не стреляли по ним, когда они бежали, все по этой полосе. Все понятно. Ладно. Блин, вообще интересно. Где всякие злодники умерли? Пусть они ищут. Кит! Все. Кит! Спасибо. Да пожалуйста. Чики-брики, отлипни. Отлипни. Че, еще играть будете? Может быть. Продали нас. Аздоник купил. Почему, когда я всю игру в ящике сидел, когда там карта была, мне не сказали, что я в ящике.